Доброго дня, шановні любителі футболу. Сьогодні на нашому стадіоні по програмі п'ятого туру першості кальцій області футболу Вища Ліга місцевий Металург приймає команду Геліус міста Харків. Послухайте свою команду. Геліус Академія. Футболки червоні. Номер перший. Аксьонов Макіта, номер 14, Лаков Андрій, номер 18, Айдар Владислав, номер 9, Орсонов Усі, номер 7, Шаров Владислав, номер 17, Сарник Антон, номер 10, Омельяненко Іван, номер 3, Червецник Микола, кожний номер, Євстратенко Володимир, номер 19, Карабаза Олександр, номер 16, Матвієнко Михайло. На сьогоднішнього руху заявлені. Номер 4. Середа Ілля. Номер 6. Гудяненко Максим. Номер 2. Марчаренко Андрій. Номер 12. Дорогой Марко. Номер 5. Кравченко Степан. Чуєв Константин. Тренер команди Петухов Андрій. Команда Металург. Футболки сині. Номер 99 – Сухоблінов Кирил. Номер 9 – Левіт Дмитро. Номер 8 – Бурлака Василь. Номер 3 – Левіт Микола. Номер 19 – Зростан Олег. Номер 17 – Шостанов Сергій. Номер 14 – Панашенко Максим. Номер 21 – Комісаров Сергій. Номер 11 – Дідьосов Володимир. Номер 77 – Книж Олексій. Номер 7 – Коротков Олександр. На гру заявлені. Номер 1 – Паламичка Олександр. Номер 2 – Завеєв Артем. Номер 4 – Іванов Олег. Номер 5 – Машенников Антон. 10 номер – Василець Устин. Номер 15 – Ульянов Євгет. Номер 23 – Сейка Ярослав. Тренер команди – Відьовків Олександр. Сьогоднішню гру обслуговує команд бригада арбітрів з Харкова. Арбітр з поля Пономаренко Віталій, асистент арбітра Путенко Альона та Тищенко Олексій. Інспектор делегат матчу Василець Сергій, місто Купер. Хорош, Мишаня, хорош! Да. Хорошо! Давай!
Заняй, Вова, заняй! Саня, тут шина, Саша! Саша, Жене передавай, вот игрок, пусть центральный сюда уходит. Жена, за спиной! Люди встречаются, люди влюбляются, жена. Ви там так, що пооблять, а того зубівнима, у другого зубівнима. Зато в мене є. Я теж не знаю, а то з однієї сторони не бачу. Петруха. А то не видно. Так, ключі насадитесь, не видно. Так уже. Ходят в середине! Я кому? Как уже один? Проверил? Да! О, это хорошо! Как покойный не достанет? Кто там? Вова, пози! Не, не важно. Миша, иди, иди, Миша! Ладно, ладно, хлебом вместе! Это я, где? А я же приму, я понюхаю, или назад, я за них поделюсь. Забыли, забыли, ложи, ложи. Вот где 9 мая, вот иди, 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 Маша, иди. А ну я пойду гляну, Петька есть у него. Да не, упал. Ну, далеко от меня. Саша, выше, Саша! Да! Бош, аккуратней, Бош! Влад, подходим сюда! Голень! Вместе с левом! Все на место, Влад! Да, 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 да,
Вот. Сколько же вас робот в бригаде? 17 человек. Прозвище Мазила. Глеб, вперед работай! Коша, спокойней, Коша! А мы первый там проверим. У Буда там регистрация угона на Комаров. Проверим первый там переводим. А второй там выиграем. Слушайте, давайте, что-то как вялые мухи. Да, конечно.
Она же вся. Она же вся. Рыцари, бачите? А, вот. Я не за руды попробую. А за что? То есть на собачку приехали. А сюда встать, да? Откуда на себе приедут на собаку? Где дрог? Остановись, это красавица. Вот, вставай. Слушай, какая поляна? Дай! Ну, кто же ты, блядь? Мудак! А что ему сказать? Вниз бы, блядь. Уже люди вниз бы, блядь. Зеркало. А вот мы на глаза закрыли, блядь. Иди покажи. Знаком. Будем. Мужчина, сядьте, я за вас не видно ничего. Боря, глянь, как я похудал. Да, страшно. Мне ж не было ничего. Никита, успокойтесь все! На стадионе, да? И на работе. Нету его в защите опять. Борюс, бачи. Нет, ты вызвал того просто. Что есть, потому что я с рынка ушел. Жрак сейчас не дали. Я не могу тебе сказать. На рынке я ждал. Вот это было так. Я его спасаю. А мы втроем, мы сразу втроем. Иди, Саша, иди! Иди, Саша! Сейчас подали, покажите головой. А вот так, когда надо... Пацаны, ну покажите, а так, когда надо головой быть. Ну не мудри, попроще, не мудри, попроще. Попроще. Спиной стоят к этому полю, а стоят спиной. Какие раз мудри? Вынос его подать. В защите уделял внимание. Вперед. Дрон, дед, дрон! Один! Справа дай! Шина, догоняй, шина! Да, ты что ты еще? Да, справа дай! На березе! Давай на свои ворота! Да давай рамку, рамку! Рамку, блядь, мы же уже не в рамке! Ой, мудаки, вони ж не бачать поля. Тож в рамки нема. О, а ти корінь в руки. Зараз і можна сьогодні. Ну я хочу не попасть. Пацаны, вы что, решили ждать? Три игры подряд выиграли. Андрей Южа, Андрей! Одну проиграл, три выиграли. Вова! Вперед давай! Вова, ниже, Вова! Отдавай, Максим, отдавай! Ниже не бывает. Слушай, какие это самое? Як раньше люди росли, такие, які. Що у вас пацаны? Ниже трави вися. Да, да. Там пуля застряла. Не попадут, не попадут. Слышишь? Не гре! Эй, Малонец, блин! Харьковский! Малонец Харьковский!
Дедушка, воспитываешь, да? Да, приветствую. Ого! Девушка, шушу. Покова. Девушка. О! Да не за груды трону. Можно пойти. Оставляй! Паузу сделай, подышите! Раз можешь выслушать. Андрюха! Что лет тебя? Дай бы тебе в ухо! Ну я ж пожираю пасы. Андрюхай, вставай, блин! Вставай! Надо вылезти, Дима. Золотые купола! Золотое колесо! Рэп! Боговой! Рэп! Мажор! Не даст им выйти, это не для меня! Мажор! Мажор! Бля! Не ори, не дома! И дома не ори! Нет, я не могу! Поставил тест на Магарычу.
свет, я захера там. Я наоборот остал. Где ты вообще в рамку не попал? Падаем, падаем! Где же ты нападаешь? Дай мне! Куда? Давай, ой, хоть сам забьем, блядь. Хоть сам себе забьем. Металлург, головор! Ну что ж тебе надо? Бля, че глаза закрывай, прыгай. Не идет. Ну это ужас. Сколько моментов, уже штук 5 должно быть. Да штук 5 уже должно быть. Ребят туда-сюда пойдет. Что это за команда, блин? Гелиус. Трудовой резерв. Гелиус. Говно, гандон, пузо, Гелиус. Пропустили, забыли. Отжимай, помой! И в штрафной же сыграл. Кому подавлять игроку, а ведь ждал, блядь, из сны, пошли ему потерять. Да, подавить его. Поддавить надо было, кто же шуганулся, боже, на мячей, это самое. А вижу, бежит, жди. Молодцы, блядь, они приехали, молодцы. А потом тебя футболя, мы разберем. Нет, иди! Но! То уже поздно, да? Один! И в рамку еще! Ну не идет, блядь, что не игры? Мама сказала мне игры. Ты пидораска. Все важно. И что, я сейчас буду с вас просто. А ты положишь? Тогда мне от ней игры не будет. Я буду сейчас с вас просто. Прыгать надо, бороться! Ай, бля! Да не, ребята, это ж не шахматы. Футбол – игра контакта. Он, бачишь, керово, що ухо не считает, а ухом он ударил, а не считает. Мы с пешком не идем. С ним футбол найти, пешком идти попробуй. Здравствуйте, предлагаю, даже не понимаю, я не могу.
Своему, своему, уже давай! Уходим! А ну бегом! Давай быстрее, пока не начнем. Разымается. Вова, Вова, сюда, Андрюха, сюда! Падай! Надо не прикасать, я не прикасаю. Ты бы я знаю. Вот так вот я Иди за пивом. Не, не бежи, не хочешь, блядь. Не хочешь, где, блядь, все на ногу ему положить. Не хочешь бороться. Опять на уголы головы попали. На уголы головы. Заводи, Лен. Так и не дождешься, пыль. Не дождешься. Так как вы не забываете, так не дождешься. Лучше накрыться, чтобы не бачить, как вы не забываете. Стаковай! Да интрига уже есть, 0-1. Уже да. Уже интрига есть. Куда же еще интрига помогла? 0-1 проиграл. Три игры 5 выиграли. А там все. Сначала да, типа. Ну, повезли. Ну! Дай, дай! Некому Так бігти надо, там же ж бігти надо, а він не біжить, забігає. Імітирує біг. А ти ж один-один. Да-да, а ты так расскажешь. Вали! Давай! Давай! Я структурованным играю. Ну, давай! Давай!
не идет хоть ты. Ну да, где? Вроде бы да, то воротик тянет, то воротик тянет. Так, девочка, ты же правильно суди. А тут иди в суд. У нас говорят, никого не делать. Как? Да. Какие мы сейчас не делаете? Алло. Угадай. А суди кто? А ты не знаешь, где-то, я побыл, где-то, что это хоккей. Ну, хоккей. Сидюма, сидюма. Сидюма. Весни. Весни. А, Юра, ты тоже? Я туда не пойду. Да, вы экспоненты на все воротики набрали. Ну что, это мирный рост. Соня, слушай, да. Они будут. Вони забрали по 7 штук, пацани, діти, хай. Андрюха, анекдот. Помнишь, я готов воин был в Марачёсе? Сидят два кума. Пол, яблоко и бухают. А тут так, нет, я в сарай выпал. Ну, я как тренировка чемпионат. Это актуальное анекдот. Актуальное. Да.
Вылези! Дай! Ну, давай, ну что, кого? Вылези, блядь! Что ты делаешь? Я читаю шлагбатом. Чуешь? Идут двое, блядь. Один я в курьер закапываю. Будет пить. Не хочу бы, блядь, один курьер закапывать. Я все-таки, когда нас дадим, будет трое, блядь. Я должен, каже, выкапывать. Второй дерево садить. Я думаю, должен закапывать, когда ты вышел, блядь. Начался второй тайм. После первого 3-1 в пользу Металлурга. Боковой судья на том фланге так и не вышла. Блондинка. Тянет, что я вру. Что бегать она особо сильно не хочет. Thank you.
Сейчас, наверное, будет четвертый. А не. А не было пенальти, успокойся. Затолкали. Четыре один. Да. Коля,
начинают катать мяч. Боковой судья ножком не махает, значит, ни игры не было. 4-2. Хороший прессинг. Хорошо Гелиос активизировался. Ну вот, уже выбивай быстрее. Thank you.
В общем, еще, наверное, за 5 минут до конца игры доснимаю. Замена. Счет уже 4-3. Туда, Вова, к суде, туда, Я в туалет ходил, а при этом телефон на лавочке остался. Я не успел. Да, судья, время! Нет, это трубка ж на лавочке, не хорошо. А потом же начал мне перезванивать, у тебя линия записи. Опа! Ой, блядь, симитировал, что я прыгнул. И не взял. Да смешно его. Слышишь, во втором тайме хоть один момент создал. В первом поменьше гонял, не забыл. Где будет, если честно, так? Во втором тайме как бы один момент создал. Вышли.
так. Хорош, Тёма, хорош! Пешком отходил. Металлург, блин, вы играть будете или нет? Первый там игра, второй ни хера. А ну взялись и забили гол. Печень. Внимание, Никита, давай. Давай, готовим печень. Внимание. Так, а ну, собрались и забили, пацаны! Кобра.